При поддержке монастыря преподобного отца Василия Великого Опоромногого компания «Война Хуйня Продакшн» представляет. Слава Васе, слава тебе, Вася! Васе, слава, слава ему! Лясти, трясти, с днём рождения, Вася! Васе, слава, слава ему! Смотрите, надпись на латыни. Лисет Акьянуам Имбет Апери. Нет, ни похмелья, ни злобы лишь слабоумная ночь. Не найти никого, кто смог бы тебя заменить. Это был плагиат двойной на тебя и одну из наших общих знакомых. С Новым годом, товарищи! С Новым годом, в котором есть еще надежда, внутренняя, не только опора, и настоящие люди, похожие на людей, которых можно услышать и даже иногда увидеть, такие как Вася. Поездила я благодаря тебе по некоторым городам России, и могу сказать, что это единственная Россия, которую я люблю и в которой я не боюсь еще находиться. Смотришь на все эти лица из чужих телевизоров, с баннеров иногда над домами, и думаешь, вы всего лишь колода карт, но должно быть что-то настоящее. И для меня что-то настоящее — это и есть музыка. И мне так приятно слушать живую музыку, чувствовать себя живой. Твоя музыка — настолько большая часть моей жизни, что это что-то от саундтрека с импровизацией во время нарезания салата до купирования панической атаки. Это музыка, под которую я живу. Так что только ты можешь взять Алису с собой. Бери с собой Алису, беса, который остался без поддержки нечистых сил, всех нас, змею в чей рот, вставленный ёжий хвост, и попробуем здесь жить, если получится. В моём воображении опоромногие — это что-то такое кислотное с большим количеством ножек. Это мы. И мы тебя очень любим. С днем рождения, Вася! С Новым годом жизни, Василий! Любви, радости, добра, благодарных зрителей и слушателей. Может, заглянешь там как-нибудь в Германию на огонек. Будем очень-очень тебе рады. Пожалуйста, береги себя в наше непростое время. Нохмаль. Херце глюквунш, сумгибус так, унт алис либе, алис гуте. Просто. Василий, твое здоровье. Будь. Днем рождения. Привет. Много говорить не буду, потому что ужасно стесняюсь. Пить тоже ничего не буду, потому что все выпили вчера. Присоединяюсь к коллективным поздравлениям. С днем рождения. Гигантское спасибо за все. За мой период взросления, за кучу мыслей в моей башке, за огромную поддержку. С днем рождения, всего самого-самого светлого, доброго и вообще. Hey, my. На рокке
генерал не хочет в рай. Май-май, хей-хей. Враг генерала сто смертей. Лучше бы гореть в пепел, чем топтаться в пыль. Чем ты паришься, Вася, это только лишь стиль. Из ниоткуда и в никуда они проходят так, но ты платишь всегда. Вышел за пивом, а назад никогда. Если ты ниоткуда, на пути в никуда. Герой ушел, но его голос с тобою. Сказка про Витю Цоя. Сгорай звездой, да помирай молодым. Герой ушел, но его голос с тобою. Денечка, вечерочка. Я присоединяюсь к нашему маленькому уютному флешмобу по поздравлениям тебя с днем рождения. К сожалению, тянул до последнего момента, думал, что можно сказать, как можно вообще тебя поздравить. Я не знаю, ничего оригинального не придумал, кроме того, что просто поконстатировать факты, связанные с твоим творчеством. А факт заключается в том, что на протяжении 8 лет, сколько я слушаю твои песни, я каждый раз нахожу в них что-то новое. Каждая песня, она прям вот накрепко сплавляется, внедряется в какой-то период, какое-то событие моей жизни. И получается, что мой плейлист с твоими песнями — это как бы такая маленькая летопись того, что происходило, маленькая летопись настроений, воспоминаний. Как
счастливых, веселых, так и кошмар каких грустных. Вот, но всегда как бы получалось. За счет твоих песен это как-то правильнее, что ли, прожить. Правильнее прочувствовать. Не знаю даже, как еще выразить. Мне очень нравится, что в отличие от многих других музыкантов, наши пути не разошлись. То есть такое бывает, что там ты чувствуешь, что творчество какого-то человека становится тебе чуждо, что оно там не разделяет твоих собственных взглядов, твоего собственного отношения к жизни. И оно как бы теряется. Вы с творчеством человека расходитесь так же, как могли бы разойтись со знакомым человеком. А с твоим творчеством я не расходился никогда, ни на минуту. И это очень здорово. Это очень мало таких исполнителей, таких творческих людей, с которыми бы я на протяжении всего времени мог разделять какие-то свои эмоции, чувства. И вообще, в принципе. Короче, такое чувство, что все эти 8 лет я просто, что эти 8 лет у меня есть лучший друг, с которым мы можем постоять в любой момент побазарить за жизнь, посидеть где-нибудь, погрустить или, наоборот, порадоваться за что-то. И это очень ценно. Это очень здорово. Блин, я не знаю даже, как это выразить еще словами. Извини, что если как-то это глуповато все звучит. Вот, я просто хочу еще раз тебе сказать спасибо. Вот. И если когда в следующий раз получится побывать у тебя на концерте, с удовольствием тебя опять пожамкаю. Вот. Да. Вроде все сказал, что хотел. Знаю. Всякая ерунда в голову только лезет. Василий давно, довольно давно, наверное, относительно собственной жизни, являюсь поклонником твоего творчества и твоей жизненной позиции. Могу пожелать разве что продолжать жечь глаголом сердца и жопы. Счастья, здоровья, хорошего настроения. Позволь мне пожелать крепкого здоровья, чтобы не хворать. Музыкальный, вечный, творческий забой, чтоб рифмы как собаки бегали с тобой, чтоб рифмы как собаки бежали за тобой, бежали за тобой, бежали за тобой. С днем рождения, Вася. Привет, Василий, и с днем рождения тебя. Блин, как это круто, я слушал тебя в Барнауле, я ездил к тебе в Новосиб и возвращался оттуда ночью, теперь мы с девушкой слушаем тебя в Питере. Что тебе пожелать? Расти большой и будь счастлив. И помни, что быть прорехой в стройных рядах зомби, это тоже круто. Я счастлив, что кто-то кроме меня еще способен на это и вдохновляет меня на это. Не опускай руки. И главное, чтобы болт стоял. Все, будь счастлив. И да, увидимся 24-го. Кстати, был рад с тобой лично познакомиться в Артхолле. Василий, спасибо большое за ваше творчество и за вас. Для нас очень много значат ваши песни. Они поддержка и радость. Пусть в вашей жизни также будет место для счастья, для такой поддержки, дающей силы продолжать творить, жить. Пусть все будет хорошо. Веры в людей. Всего самого прекрасного. С днем рождения вас. Спасибо большое. Привет, меня зовут Катя. Я из Москвы. Я поздравляю тебя с днем рождения. Я желаю тебе удачи, здоровья, любви и вдохновения.
Ты делаешь мой мир лучше, яснее, немножко понятнее, немножко дружелюбнее для меня. Спасибо тебе большое за это. Днем рождения, дорогой. Поздравляю с очередным оборотом вокруг солнца. Хочу еще раз поблагодарить за то, что ваша музыка помогла мне пережить многие непростые моменты в жизни. Надеюсь, творчеству не сильно помешает все то, что сейчас происходит в мире. Успехов! Днем рождения, Вася! Люблю тебя! Вася, поздравляю тебя с днем рождения. Мне очень-очень-очень нравится твоя музыка. Мне очень нравится все, что ты делаешь, и то, что ты делаешь, заставляет мое сердечко биться чаще. Потому что это очень круто. Я слушаю твои песни уже больше 10 лет. Примерно столько же хожу на концерты. И это то, что временами заставляет меня жить. И спасибо тебе за все, что ты делаешь. Это очень важно для меня, и полагаю, это очень... Да я уверена, что это важно для очень многих людей. Спасибо. С днем рождения. Просто будь счастлив. Привет, Вась. Сегодня, наверное, буду без песен. Повторяться не хочется. Хочется сказать пару слов, если можно. Во-первых, я безумно тебе благодарна за то, что, несмотря на весь ужас, который происходит вот уже второй год, ты умудрился остаться человеком. И это очень важно. Ты сейчас, наверное, в своей манере думаешь, да, типа фигня. Нет, не фигня. Для людей, которые рядом с тобой, для людей, для которых ты что-то значил и продолжаешь значить, это не фигня. Это во-первых. А во-вторых, на самом деле для меня огромная честь, что я могу сказать тебе это. Пускай даже через камеру, пускай даже так, но спасибо тебе. Реально, спасибо тебе за все, что ты делал, за все, что ты делаешь и за все, что ты будешь делать. И я надеюсь, когда-нибудь действительно сможем обняться. Я в это свято верю, считаю, это моя маленькая новая религия. Вот. И надеюсь, что следующий твой, как ты любишь говорить, день прихода будет как-то чуть более веселее, чем вот сейчас. Так вот. У меня тут есть, короче... символичная бутылочка, не знаю, видно, не видно. Вот. Я не буду врать, что там вискарь, потому что война и лес, особенно ночной лес, он как бы пьяных не любит, и мне еще как-то отсюда выезжать. Там чай, но это очень символично, я заморочилась, я нашла бутылочку, зацени. Вот. Так что, чувак, в твою честь и с днем рождения. Всего самого хорошего. Кузнец, гад, вискаря таки добавил. Дорогой Вася К, я благодарен судьбе за то, что имею честь жить в одно время с тобой. Это тяжелое время для мира, но пока нас хранят такие принцы света, как ты, у мира и всех нас еще есть шанс. Многие твои песни стали оберегами для меня и многих людей, вынужденных оказаться во внутренней или внешней эмиграции. А работа, которую вы записали с Костей Арбениным, Курлёвым, Комаровым, помогает многим из нас чувствовать себя чуть менее одинокими. Да и в целом твое творчество вдохновляет, затрагивает не только сердца, но и умы. Это тоже очень важно. Каждый альбом, да, старый, новый, каждая песня — это отражение твоего неповторимого стиля, неповторимого огня, мастерства и любви. Сегодня я поднимаю бокал гранатового вина в честь тебя. За все живое и в память о страшном человеке Тимохе Сахно, который нас когда-то познакомил 1 000 000 лет назад. Пожелание в это время непростое, наверняка сложно что-то сформулировать. Эти пожелания наверняка сходятся у многих, но отдельно я хочу тебе пожелать, чтобы твое творчество продолжало объединять сердца, потому что оно находится у нас именно там, у меня во всяком случае. И с наилучшими пожеланиями и благословением на Новый год жизни. Твой Антон Голубчик. Я решила записать много поздравлений, потом выбрать лучше. Еще раз. Попытка номер 20, наверное. Не знаю, я не читала. Подумай,
Что ты хочешь сказать, Вася? Это уже какая-то безумная попытка по счету снять видео. Василий, я хочу тебя поздравить. Я хочу пожелать тебе сил, выдержки, терпения, чтобы дотянуть до того момента, когда все это кончится. Весь этот морок. И мы сможем увидеть, на как стоит солнце. Потому что все тогда, все, что происходит, будет иметь хоть какой-то смысл. Вот и хочу поблагодарить тебя за твое творчество, которое помогает держаться. Звучит как, знаешь, такой колокольчик во тьме. Когда ты падаешь вот в это все, вот в эту черноту, и начинает казаться, что ничего больше уже нет. Просто нет. Ты ничего не видишь в этом. Вот. На помощь приходит твоя музыка, твой YouTube, твои концерты, вот твои записи MP3, которые просто вот ставишь в плеер, да, они окружают тебя таким соляным кругом противостояния злу. Вот. Спасибо за то, что ты помогаешь справляться, держаться и не терять надежду. Что и понимать, что все это когда-нибудь кончится. Спасибо за твой способ жить, который непростой. Вот, наверное, даже самый сложный путь художника, поэта, музыканта, который не идет на сделки с собственной совестью и сохраняет себя. Спасибо за то, что твой голос продолжает звучать. И дай Бог, чтобы он звучал.